Кровь. А, ну все, два инстана. Два инста, да. Попасть. Так, Саша, без мана, подожди. Ну. Поставьте этот рыбу, поставьте лапу. Я помню, что у меня половина кнопок пропала, но... А, лапу. Кто у тебя пропал? Половина кнопок, блядь, пропала, 5 панелей нахуй. Камень жалко. Какой камень? Ну, которые спиздили сегодня у нас, админы ебаны. А, это... Конечно, жалко, нахуй. Прикинь, не, можно? Можешь написать службу поддержки, у меня типа скрин есть его. Клан топор оставили, все. Ты спят на сранхолик? Да, да. Вроде все, да. Все, ребята, пойдем. Вот этих двух и дальше. Кстати, мне что-то пингует нахуй. Там главное беса заботать, который кусатки стоит. Вот, а я его притяну сейчас. Так, ну я сейчас тогда эти, да, семьи. Блять, загрели мобов, ладно. Я заботаю беса. Я в стане стою. Для меня ктаски. Все, пойдем дальше. У тебя еще двух пуляй сразу. Еще семечку раскидаю нормально. Вот я нахуй это, в этом плане палом завидую, блять, руны не надо ждать, когда откатятся, но... Там, блядь, ждешь, пока лучше откатят. А? Ждешь, пока лучше откатят. Да хули там, блядь, символ поставил, нахуй. Ох, вообще. Поднимайся с трэшем сразу наверх, под этот стеночек. Моба сейчас за огонь. Я знаю. Нет, не заговоришь. Должен быть тут он. Ну он где-то нет. На лестнице стоит, я не помню. А, наверное, это... Это 100% знаю. Ну, здесь один стоит. Бля, следующую сразу комнату и за стенку. А, Егор, что ты так говоришь? Подожди, меня стан кинул, петух. Не-не, надо было за стенку, ну ладно. Ну, а я сейчас так и сделаю. Ты шо, блядь? Славик. Надо не там. Шаришь, что ли, нихуя? Ты прям фу-фу-фу, блядь, решил. А я ж долбоёб. Ты что? Я не предупреждал его. Кидал нахуй. Дедер гниёт всё нахуй. Иди дальше. Вот. Жаль, да. Егор, все есть эта превращалка в хумана? Пойдем дальше. Зря лужу потратил, пойдем. Да, блядь. Три, два. Один. Что, пацаны, на минах будем взрываться? Нет, конечно. Ну его нахуй. Бля, заебал, кого такая стужа была? Say.
Да, и тут же все надо зачищать, да? Да. Кроме вот этого одного моба, кажется. Осторожно, на минку. Бабахается. Легионеры я сейчас запулю. Пивайте. Цепь. Мастер. Пуляй, ну значит пуляй. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Нихуя. Да, все подкидывать будет, кстати. Уебан. Бля, я, наверное, штаунтить надо, я забыл, нахуй. Дайте контроль. Сними контроль. Пленку прожимаю. Сука, она... Антоха, Геру давай. Даю. Нихуя. Невосприимчив. А, ни хрена, я ему мут даю, прикинь, а у тебя невосприимчивость, Слав. Что за прикол? Я его резить, потому что стоит. А? Резить. Бля, у меня таунта нету, но терпите. Получается, терпила. Ебать шапка. На, неплохой лут падает, но. Пойдемте. Слева сейчас гомик выбежит. Бля, почки отбили, но. Пахать будет. Приятно. Саня, отойди в мили. Мины физ, да, урон? Надо огонь, по идее. Огонь? Бля, Егор, что ты творишь, нам? Блядь, набьют. Я вышел. Мина. Пойдемте, осталось за малым.
Сними с моего. Ну, у тебя дочер херов. Да. Ну, а хули делаю. Кажись, с этого инста, да, тут надо квесты выполнить? Да, да, с этого вот моба, кажется. А потом еще завтра надо будет, блядь, по другим там. А, КД обновилась, блядь. Не, завтра не надо будет. Это у вас квест? Следующий квест будет убить погибель. Сними мобасину, пожалуйста. Ща. Его нахуй. На минах. Бля, я вообще никого не допил, на мне два моба. Что это такое? Бежались. Стой на месте, главное. Я надеюсь, у меня собака не поактивирует. Знаю. Жал раскол, короче. Блядь. Слышь, петлю уже. Антох, кинь эту хуйню, тут осталось мобов. Пол моба. Ой, там я кидаюсь. Просто не лопается. Меня заебали, я им чё, нахуй, трамплин? Блядь, сколько там еще? Давай, последние два пака. Я вот этому кассу. Ладно, тогда вот этому. Стан. На мне один мокс. Сейчас Егорыч бах. Ой, запускай 3 чат, пусть только хавал, так отпейся хавал. Нормально все. Нормально, ну значит гуляй. Нажимай рычажок. Все. Встань к нам, Войт. А они их вроде же починили. Кого? Мобов. Ну они отбрасывают, да. Не про то, они не бегают от дебила, а от одного человека к другому. А, да? Но. Ну ладно. РБК починили. Хуя. Значит, можно для семечку с Куана. Ну будет 2 Т4 нахуй. Херачь ты свои семечки сколько хочешь. С меня нахуй трэш сагрить не смогли, но. Сейчас смотри, пока бежут. Раз. Васькин кукину. Рис кукину. И все на тебе, да? И были на мне. Не, ну. Бля, ста. Бля, умер. Слышал возглас, когда он умирал, блин. Нет. Ну, его персонажа, блин. Какой-то бабский, блин. Ну, на бабская вообще крыса, если че. Бабская крыса, что, блядь? Ну, у меня крыса бабская, да. Антох, нахуй ты умер? Ты на CSS не мог кинуть? Ну так. Егорыч, дискай всех я просто. Все. Так, как там, блядь, надо-то нахуй отвернуть? Лужи, да, еще вроде льет.
Да, уже бьет, но он не блюет, кажется, перед. Well, блядь, новый контент, ты шо, блядь? Тут еще говорят, СРДДшники на ренджу встают, короче, на них не кидается вообще яд этот, нахуй. Ну, вот прям на ренджу попробуй, встань. Прям на максимальную, нахуй. А я буду влево-вправо отводить его, тупо. Че, не кидает? Ну вот. Блять, надо маленько сюда уводить, лужи уже нахуй везде. Что там у нас? Какой следующий еще? Гробница. Саргерас. Гробница Мана. Угу. Два 50 топор, сила, мастерство, крит, меткость. 2,6. 2,5. Поднимите. Бля, прикольно. Егор на ПВП. Блять, тварь. Вали. Иди сюда. Бам. 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 И бам. Так, выбихать. Да, с каких пор они нахуй так усложнили, что все добывать тяжело так стало, ну? Кого добывать? Ну, раньше же падал, нахуй, камень чисто полноценный. Ну, чисто камень. Кого получало одно тело, а сейчас все получают. А, ну сейчас можно сказать, если одному скинуться, чел утает один камень. Типа да, сейчас да, да, разделили каждому, чтобы типа кубами ходил ты и типа не ныл, что ты не можешь. Да, ловить. Потому что пидоры забирали камни ебаные, сука, говно. Пидоры камни ебаные, понял? Ну ты представь, ты идешь такой, блядь, шары в разные. А у тебя 4 тела, типа, не твоих. И они пиздят твои камни. Они 100% лутают камень. И при том по КД, блядь, еще. Ну я, блядь, помню на X1 на этом на понимаю. На друиде заходил, нахуй, и лутал, блядь, почти все. Короче, из 7 РБК с 5 забирал, нахуй, я камни, блядь. Вот из-за такого, как ты, так и сделали. Ну система неплохая, типа. Готовыми. Хуёво, давай я сейчас резаешь левитацию, да? Левитацию раскидываю, ну. Надо, блядь, пет отпустить, а то он по земле побежит. Сожрать нахуй. Саня, резай. Все, давай левитацию. Побежали. Угу, угу. А куда, угу. Куда, куда бежать? Я хуй знаю. Ну просто по стенке, как мы вот так вот. По стенке, где мы? Вдоль стены. Слайк, ты в какую сторону побежал по стенке? Я хуй знаю. Так. Все, он правильно бежит. И куда потом? Нихуя. У нас же геодату починили, знал, да? Ебать. Вот геодата починенная, чтоб ты понимал. Давайте, блядь. Я, кстати, не помню, где здесь вот эта хуйня, нахуй. Где хуйня на хаскус? Она вон там, вон она. Вон там, вон в углу. Иди не, сюда. Это же там. Вот сюда иди. Иди босса сразу туда. Где-то вот здесь должна быть. Не лупается.
Убрали, что ли? Да, там должна быть. Да убрали. Походу. Да нихуя не лутается. Вон, вон, полутал, лутал. Блять, откинул, сука. А, блять, что тут? Отбегатели. Вон, не дали, кстати. Полетели. Через флешку играем. Через желтую играем. Через эту, через желтую кидай, короче. Еще бомжей нахуй вызову. Которые сейчас умрут, правда. Я ебало тоже отбегу. Е, блядь. Дай бац, сука. Ты стоял где-то на месте, прям стой там и все. Да вот хочу постоять на месте. Че баг висел. Не висел. Хуйня ебаная, так убьем. Она дает там раз 15 секунд, короче. Если ты проебал вспышку за 15 секунд, то это все. И я, че меня убило? Наверное, близко стоял, не? Я отбежал на 15 метров. Ебаный вакуум. Стоял, короче. О, ресить, если его полутать еще это надо, кажется. Да, еще ресить. Его же надо, да? О, тринка, да, на РПБ, блядь, никому не надо. Привилегии, нахуй. Забирай фана. Все, все, все. Что тут выпало? Пылим. Тринка. Пылим. Что за тринка? Меткость. Камня ночь. Фрагмент камня. Бля, я сегодня хоть одну изначальку, изначальную сролю, нахуй. Давайте, у вас РБК еще наремите, я отойду, эти надо. Не, потом еще, блядь, на маги, на локи надо сходить. Угу. Понял? Убейте вот это вот говно. А то они сейчас призовут нахуй эту парашу. Уже призывают. Нихуя там сало, ебать, долгое, но. Бля, Егор. Даже не то, что сало, нахуй. Тут сейчас, блядь, мобов понапридет. Целая куча. Блять, как так? Блять. Жрупета. Панцирь. Что происходит? Любите колдуна. Thank you.
Интересно, на ласте придется всю комнату чистить? Угу. Да. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Ну то, кто сейчас серьезно, ты вот рожалку херачишь? Нет. А это что за говно? Нихуя, смотри, что он призвал, это надо убить. Это не призвал он, блядь, это Егор, блядь, этот сел. А, понимаю. Ебаный пер. Значит, Егор космонавт. Долго льем. Он же отражалки сраной, блять. Кинжал. Кинжал. Кинжаловый день какой-то, блять. Да нет, это типичный лут наш. Хуйня. Ладно, завтра попробую магом либо локом в кару сходить, но. Сможем. Кого? Ты о чем? Да так. Че, блядь, мы сможем? Блядь, нихуя, какой саладон. Может, что-то сможем. Бля, там жрецы кастуют, но. Я двоим касты не собью. А, ты пробежать имеешь в виду? Да нет. Убивать будем ли пробегать? Надо, чтобы КД не повешали там опять на их люди. Чего, убивать, конечно. В смысле на их люди? Ну вы, типа, КД повешали. Блять, ну... Я честно тебе скажу, блядь, это чисто проблема людей, нахуй. Конечно, херово, что они вешают. Херово, очень плохо даже. Ну так рейд хуй соберешь потом. Пугов, что ли, вести одевать? Ну да. Просто некоторые, видишь, не попадают, ну, в эти дни конкретные. Почему одна кара X? Да не, я понимаю, что не попадают, когда люди приходят на кару и говорят, у меня и КД, блядь, какого хуя? И причем не пройдено, скорее всего. Я тебе так скажу. Потому что я тут тоже недавно с пугами ходил. А, с гильдой даже ходил, но.
Пиздец, короче. Чемпов, чтобы закрыть на нахуй. Сколько там втроем сделали. Убейте ебать, колдуна, сзади. Пожалуйста. Убейте колдуна, вот прям все пиздец. Сейчас нахуй у нас вот эти вот хуевины, которые повылезли, разъебут просто нахуй. Не, все, убили колдуна. Заебись. Какой страх, алё, бля. Мысли нахрен. Так, колдун теперь. Чё, похрен. Мысли. Вот этот какой-то душный инз, блядь. Ну чё, блядь, а как они нахуй пришли? Собаку вернули. Хули тут почистили, пошли отсюда. Бля, какие же тут пошел с пугами в РБК, бля, какие же челы тут заебись стали играть, не то что раньше. Да ладно, тебе повезло. Просто в обратку, блядь, все с таргета босса убирают, лишнего не аг. Блядь, как тебе фартануло. Музыка для моих ушей, да? Но... Я сегодня ходил, блядь, похоже, я ушел. На ёбку какую-то, ебать, там должно быть наоборот все. Да, я сегодня вызвал еще дальше. Сферва инста, фрагмент серделя падает. Нормально. Сказка. Да. Хорош. Сзади могу. Хорош, да. Да ладно. Да ёпта за ногу нахрен. Так, а эти кристаллы бездны, которые со шмота, их на чё надо, на кипров? На чарки типа надо было, да, пока что? На чем бы пошли? Там этот, чарки, блядь. Тот же мангуст. Батин сдушный вообще, блядь, без шамана не нельзя. Говорю, блядь. Этот петух щит еще вешает, или эти петухи на него вешают? И хилит этот жрец, нахуй. Кто там щит, блядь? Мы их задушили, нахуй. Да.
Блять, я давно столько нахуй не проходил один инстер БК нахуй. Блять, челы даже каст мобам хилки кикают все, это пиздец, что это нахуй? Да за нет, Сань, ты наверное врешь. Сань, ты наверное врешь. Блять, хуя тебе эхо нахуй. Давайте не обосрём, пацаны, это будет красивая победа. Любому умрет. А, так я и все собрал с этих нахрен. Мне сейчас надо сдать квест, взять новый, типа, в кару сходить, там еще квест взять, потом РБК пройтись. Ну так все, это последний квест на РБК. Нет, нет. Квесты, квесты берутся только после того, как это, типа, на рано сделаешь, то дневник, да? Да, да, да. Да. Увидели две книжки, берутся, все, там дальше урна на погибель. Потом еще надо будет в ниже топ сходить там, короче. Нет. Ой, ниже топ. Кажется, да. Нет. Да. Не, надо, ты делаешь типа 3 РБК, а потом сдаешь и еще идешь в 2. Да. Ну ладно. Ну, типа так, сперва 2, потом там еще 2 дадут. Что-то такое, короче. Чтоб урну сделать. Надо тут нахуй этого гнева туда-сюда. Ой, гнева, кто он, блядь, снимите яд, нахуй. Что, налево-направо идем? Ну, давай, все, куда хочешь. По прямой, ебать. Можно по прямой. Бля, надо завести, он нахуй в страх же кинет. Наверное, диспелится? Не, нихуя. Это другой, это физический. Блять. Только ну, трепетом, наверное. Блять, по центру не зацепить. Не, зацепишь, нахуй, пошли налево. Сторонжи не хватит пройти. Сзади что-то. Где? Он тут ебаный. Какого хера? Вдох не пет у тебя там балуются. У меня просто на, вообще на пассиве стоит, блять. Я сейчас купол поставлю, Поможет, не? Вроде помог. Жесть. Вообще так это не должно работать. Блядь, скилл. Плохо пешно были. Давайте мы срезаем.
Я не понимаю, почему мы пошли налево, справа заагрились. Знаю. Типа так это раньше не работало. Ну, заведи подальше, сейчас расстреляют нахуй. Ну да. Чероплета. У любого из чероплетов. Главное их быстро залить. Блять. Там стоял череп. Чероплет. Блять. Антоха, у тебя опять куда-то побежал. Его свернули. Раньше этих мобов бить начинаешь с того конца комнаты, еще двое бежали. Тоже походу пофиксили. Ему дали. А. Ебать. Тоже надо заливать, они тоже призывают парашют. Начали от чероплета. Еще одна, давайте быстро. Или я ошибаюсь, но... Так. Чероплет.
Ну чё? Так, чё, маяки надо все, потом босс, да? Ну да, желательно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Босс еще, кстати, тпшится, куда это? Короче, РДДшникам это не грозит никаким боком. Куда босс тпшится? Не, ну их простыми сделали. Просто 230, наверное. Четко. Плечи выпали неплохие. Штаны нахуй с тремя дырками. Ну да. Эту да кота можно собрать кого-нибудь. Блять, одна ручку, что ли, это сролить? Это меткость. Или не ролить, нахуй, сролить? Интересно, поскольку стакаются вот эти фрагменты по 50? Наверное. Че, все, всем пока. Антох, мы арена пойдем?